это тупиковая такая ситуация, при которой здесь есть российский интерес политический и нет интереса в людях совершенно. 25 лет уже есть люди, которые рождены, которым вот уже по 25 лет, это взрослые люди, и для которых эта ситуация с самого рождения такая. Сели за стол переговоров и решили, Советский Союз разделили, что хорошего добились? Ничего, в нищете прожили. Жизнь? А это разве жизнь? Это выживание, ребята, это не жизнь. Россия-то думает, что для людей делает, а фактически Россия делает для шерифа. Понимаешь? Не имеет значения, чья это станет территория. Хоть чья-то. А так она ничья. Похоже, что мы будем потихоньку вымирать. То, что будет, в любом случае не решит народ Приднестровья.